Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Игоря с ником Нео. Я уже помню, мы уже здесь не первый раз. И у нас сегодня, как обычно, задача выбить на коллекционера героев. Нормальных героев. Вот такой вот коллекционер. Плюс есть плюшки за трату с выгодой. Ну, такое себе. Могли бы что-то поинтереснее уже придумать. Но пока, к сожалению... Ничего они не придумали. Так, окей. Забрали, поехали, посмотрим, что нам надо выбить. Фоба. Оккультист. Капитан Рогатка. В принципе, больше ничего мы здесь не выбьем. Все остальное здесь есть. То есть три героя. Шанс, как обычно, находится он в гильдии. Steel Souls, железные души, первые, вторые, третьи, четвертые места битвы гильдии атака фортов, кидайте заявочки, вступайте, прием через группу ВК, клуб, глухие заявки, игнор ВК обязательно, вот так вот, то есть игнорируют, если вы неправильно выполните условия какие-то, поэтому перед тем, как кидать, почитайте и кидайте. Так, окей. Поехали. Посмотрим, аккаунт донатный у нас или нет. До шапочки не дошел. 450 и 3 тонны шаман. Значит, будет мега эпичный роллинг. Сердцеедка. Бог грома. Циклоп. Варлок. Ну, если бочка падает, значит, будет имба. Где же ты, имбушка? Она к нам все не приходит. Что-то я не знаю, что-то вот... Давай, Сноу! Дала Сноу. Печаль. Печаль, печаль, печаль. Ну, оно раз на раз не приходится, но сегодня я смотрю так, знаете, посредственно падает. Ну, конечно, недостающие мы вытаскиваем, но... Кому как повезет. Слизней 5 мы хоть собрали уже. 6! За 10 кашей слизней, я считаю, это эпичненько. Призрачный всадник. Рандомчик, ну давай, что-то интересное. Тритон, тритон, панда. Фея. Это просто печаль, ребят. Остуденные падают тем временем очень хорошо, и это радует. Хоть это радует. Блин, да чё за фигня? О, вот где надо, ребята, ролить. Просто пипец. Фрэнк. Седна. Ну, хоть Фрэнк Седна. Купидон. Да вы чё, издеваетесь, что ли? Паладин. Ну, это просто, ребят... Эпичненько. Рино. Студеный. Космо. Блин, ну это все есть. Это все есть. Печально. 13-15. 10 тысяч самоцветов. Блин, жестко. Тесочка. Но хоть один недостающий нам придет или нет? Кенди. То чувство, когда приближается ход конем. Блин, да что это за фигня? Вот посмотрите, ну это ж просто печаль какая-то. 13-15, ладно. Что там у нас интересного есть? Даже на ход... А, в принципе, он получит... Ну тут фигня. Маскировки. Эмблема. Заберем ему утешительный приз. Короче, вот так вот. Я даже не знаю. Что-то аж я распечалился с такими роллингами.
По-моему, это на его аккаунте все время тупо просто не везет. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, сейчас мы. Вот такие плюхи. Утешительные. В принципе, почему утешительные? Ремочка есть, воодушка есть. Дополнительные плюхи всегда хороши. Так, ну, с питомцами, я думаю, у него все есть. Так, а тут у нас шанс собрать... землеройку как вариант. Но это вряд ли. Так, маскировка, отлично. Маскировка еще талантиком. Еще эмблемкой. Еще эмблемкой. И еще эмблемкой. И еще эмблемкой. 30. Так, талантом. И так вот. Так, окей. Ну, коробочки. Чик. Малышник. Так, это тоже надо открыть. Мы все равно свое задание не выполнили. Нам надо... Нам надо... Бигфут. И еще один. Че, поехали? Поехали, ребятушки. Поехали дальше трешивать. Делаем еще такой утешительный приз. Соберем, не соберем. Мы подарили плюшки больше, чем с этого. Так. Поехали. Поехали. Шанс, ребятушки, шанс, как обычно, налетчик есть, есть рыцарь. Короче, какой-то, не знаю, невезучий аккаунт реально, но мы хоть сделали самое основное, собрали коллекционера героя. Но Фоба сегодня не падает. Какого фига, я не знаю. Я вчера, наверное, всех их повыбивал. Из-за этого он сегодня к нам не приходит, но... Что есть, то есть. Так, забираем тут плюшки. Сейчас еще пооткрываем их. Так, ну что сказать, маскировка, ой, тут и говорю, ну да, в принципе, мы маскировку вытащили, маскировка хорошо, эмблема и талантом выживания, сейчас посмотрим по талантам, что у него есть на героях, тоже в принципе неплохо, эмблемка борца, это топчик для смотрителя, для архидемона, в принципе нормально подойдет, карточки, ну, героев, к сожалению, ну хотя, блин, тут такие герои, их реально сложновато вытащить будет. Ну, не то чтобы сложновато. Фоба, шанс очень маленький. Оккультист. Капитан Рогатка, блин, ну, в принципе, падает. Но мы никого. Зато мы Космо вытащили, блин, который здесь не надо уже. Так, карточки. Ну, первое, бессмысленно открывать. Ара. Так, идем посмотрим с героями, что у него делается. Маскировка. Воодушка. В принципе, неплохие варианты героев. Изворот. Железка. Кубчик. Ремочек хватает, всего хватает. В принципе, довольно-таки неплохо. Коробок у него тоже хватает. Разбросик. А тут, наверное, не на кого ставить. Тут пятерки везде стоят. Скорее всего. Нет, не везде.
Эх, обидно. Печальные такие роллинги, но что поделаешь, зато мы сделали больше, чем роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.